Современная детская площадка должна появиться на улице Кутузовской. Инициативная группа жителей пришла на встречу с депутатом Мособлдумы от «Единой России» Дмитрием Голубковым. Обсудили пожелания по созданию безопасной и интересной площадки для игр. Главное – наличие разнообразного игрового оборудования для детей от 7 лет, считают родители. Нам ставят не какой-то типовой проект, а то, что именно мы хотим, да? То есть наши пожелания, они учтены. Это самое главное, потому что детям, когда они ходят из одного двора в другой и играют в одни и те же, да, там, используют одни и те же объекты, не совсем интересно. А когда они путешествуют по нашему району, им становится намного интереснее. Это что, вот эти кружки? Это вот, да, и это. Депутат также встретился с представителями общественных организаций «Дети войны» и «Союз ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС», чтобы сформулировать задачи по благоустройству сквера на улице Неделина. Здесь скоро будет обустроена аллея памяти детям войны и чернобыльцам. Напротив улицы Неделина, дом 9, в городе Одинцово, за Георгиевским храмом. Это там у нас памятные знаки есть, значит, ликвидаторам Чернобыльской аварии и детям войны. И вот ветераны обратились, что эту территорию обязательно нужно благоустроить. Оба проекта по благоустройству реализуются в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Важно постоянно быть на связи с жителями и учитывать их пожелания, уверен парламентарий. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».